Всем привет. Ну, это вкратце сборка ручки. Раньше я использовал, да и сейчас использую кабель 25 квадратов. Значит, для того, чтобы вставить ручку, вот здесь вот, значит, необходимо, вообще по теории, теоретически, вот здесь должен был в ручку ходить нормально. То есть, если померить его сечение, то есть получается 5,5 квадрата, точнее 5,5 диаметр. Здесь, если померить отверстие, получается порядка 6. То есть теоретически он вот здесь вот должен был заходить нормально кабель. Вот, но поскольку он, в общем-то, как бы идет распушенный, даже если его сильно скрутить, он все равно сюда заходит очень плохо. Поэтому я его вот здесь вот обкусываю для того, чтобы завести. Сейчас я покажу, как я это сделаю. Целлофанчик, чтобы не разлеталось. Это жилки вылезли, потому что провод коротенький, поэтому с той стороны жилки подтягиваются. Я его покусываю до диаметра примерно 5 миллиметров. Здесь вот скручиваем. Так вот мерил. Диаметр тут чуть больше, чем 5 миллиметров получается. Вот 5 миллиметров получается диаметр. Вот, и раньше это что делал? Значит, термоусадочка, то есть я плоскогубцами закручивал так до конца. Вот, термоусадочка вот так вот себе. Аккуратненько. Жилку лишнюю можно отпустить. Вот, то есть там усадка. И дальше вот сюда, в этот держатель, с этой стороны. Вот, и винтом зажимается. Вот. Меня все время смущало, в общем-то, как бы смущало то, что вот здесь, вот когда винтом зажимаем, мы зажимаем жилу, пускай она и скручена, но все равно зажимаем голую жилу. Меня это все время раньше смущало, я думал, как это, в общем-то, как бы сделать красиво. Вот, посмотрел решение вот в таких зажимах байонеты. Это байонет для сварки, быстрый разъем. Вот я посмотрел вот это решение. То есть вот фактически, ну, это провод 10 квадратов. Вот, вот нож 25 квадратов, чуть-чуть зачистил его до 5 миллиметров. Дальше вот такую гильзочку вот обжали, вставили. И теперь можно уже смело зажимать винтиком, то есть оно будет держаться капитально. Вот, то есть данная ситуация, вот эта, то есть, ну, сюда пружинку понять. Пружинка кладется. Ну, она, вот если в ручку собирается, то сначала пружинка кладется, потом это вставляется. Трубка, вот. А потом вот эта вся конструкция таким вот образом. Здесь я на конце вот так немножко обжимаю, чтобы у нас просто он не утопал.
вставляем. Вот, и дальше вставляется это все в эту трубку вот таким вот образом. Вот, в общем, заходит. То есть вот если смотреть сюда, то получается вот такая конструкция. Там пружина стоит. Сюда вот так вставляется и затягивается винтом. Теперь у нас жилы не будут напрямую придавливаться винтом. То есть эти жилы будут придавлены через фольгу. Эта фольга ну, в данной ситуации 0,25 мм. Вот можно использовать разные величины. То есть толщина жила не намного уменьшилась, то есть буквально там 1 мм я снял. То есть, ну вот толщина жила без фольги получается 6 мм. У нас вот здесь вот толщина жила без фольги получается диаметр 5 мм. То есть 1 мм посечения снял. То есть, ну, в данной ситуации я считаю, что это не критично. То есть и вот так вот это дело стоит в ручке. Вот поэтому сейчас я буду с ручкой отправлять вот такие, кроме полного комплекта, то есть у нас будет, в общем-то, как бы ручка в сборе. Вот электроды, запасной электрод будет идти, ну, то есть пара запасных. И еще дополнительно буду ложить вот такие две втулочки, то есть для того, чтобы можно было вот таким вот образом обжать кабель и вставить его. Ставить его уже обжатым, то есть вот в таком виде. Вот в таком виде. Ну вот, как-то так. Это все. Всем спасибо. Пока-пока.